أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعلو الوجوه وتسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، mi musulmani pa istini znajem što svjatost ili bogoslovenje ili dostojnstva vremeni ili mjesta dajut svišnji Allah subhanahu wa ta'ala. I on javljajca istočnikom imena te svjatosti i bogoslovenja. Iz vješej, kateri se musulmani saglasni i se znaju, što jest na zemlji Allah zdjelao svetije mjesta, takže zdjelao svetoje vremena, vremena goda ili sutra, i taki kak Lejlatul Qadr, kateri luče čem tisaći mjesecov, ili den Arafa, kateri luči den v gadu, kateri ne zašlo sonce, takže mjesec Ramadan. I jedan iz dostojnost mjest, kateri nahodite na zemlji, poslanik Allaha sallallahu alejhi ve sellem govorit, mi sečas nahodimo za jedan iz samih dostojnih mjest na zemlji, mečet proroka sallallahu alejhi ve sellem, i gdje nahodite jeho magila. I jedan iz dalilov i dokazatelj toho, što nas jedan iz samih svešenih mjest na zemlji, hadis poslanika Allaha sallallahu alejhi ve sellem, kterom govorica, la tashuddu rihalu illa fi thalas masajid. Poslanik Allaha sallallahu alejhi ve sellem govorit, ne podobaje muslimanu vyhodit na svešeni ziyarat, na svešeni mjesta, kromě troch mečeti. On govorit, Masjidul Haram, mečet Mekke, Masjidul Haram, kateri nahodite Kaaba i dom Allaha, i Masjidu Hada, on govorit, eto moje mečeti, eto, i Masjidul Aqsa, mečet Al-Aqsa, kateri nahodite v Filistini, kateri nahodite pod okupacijom Jehudov sečas. I jedno iz dostojnstv eto mečeti, poslanika Allaha sallallahu alejhi ve sellem, govorit se o jednom iz hadisov, kateri govorit se, намаз, который совершился в этом мечети посланника Аллаха, лучше, чем намаз, совершенный в других местах, тысячи раз. То есть один намаз в мечети приравнивается тысячи намазам, которые совершался в другом месте. Кроме мечети Харам, который является в Мекке, поистине ее награда 100 тысяч намазам приравнивается. И одна из достоинств, доказательств достоинства этого мечети, также хадис посланника Аллаха, салам, говорит, «Инна байна бейт». Поистине, между моим домом и моим мимбаром, где он делал проповеди, находится сад из садов рая, Раудатун Риадиль Джанна. И мимбаре, он говорит, мой мимбар, говорит, находится на источнике из источников рая. Это тоже место, которое мусульмане всегда пытаются там делать ибадат, читать Коран, делать два раката сунны, потому что это один из самых святых мест на земле. Поэтому мусульманам нельзя делать никакие места, кладбища или могилы, зияраты, потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, не подобает мусульмане, кроме этих трех мечетей, делать зияраты. И одна из самых святых мест, которые самые священных мест, это мечеть, где я являюсь, рядом с ним находится мечеть посланника Аллаха, кладбище, могила посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть это место, где находится самый святой человек на земле, самый достойный человек на земле, из посланников и из людей. И рядом с ним находятся самые два достойные люди, из подвижников, из людей тоже. Это тоже дает еще больше достоинства этой мечети. И кто хотел на самом деле место священное делать зиярат, пусть сюда приходит и дает салам посланникам Аллаха и его двум сподвижникам, и не идет в другие кладбища, другие могилы, потому что посланник Аллаха запретил это. И каждый разумный мусульманин должен собрать деньги и всем сердцем стремиться к этой мечети, чтобы посетить посланника Аллаха, дать ему салам и почитать намаз в этом священном мечети и получить награду от Аллаха. والحمد لله رب العالمين. Дорогие братья и сестры, мы сейчас находимся у кладбища, которое называется Бакиуль-Гаркад. Это кладбище находится на восточной части от мечети пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Это кладбище является основной кладбищей жителей Медины пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Дорогие братья и сестры,
Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, много ходил в эту кладбищу, и зиярат делал эту кладбищу и просил прощения для усопших, которые были похоронены в этой кладбище. В одной из историй, которую передает имам Муслим, рахимахуллаху та'аля, от Аиши, радиаллаху та'аля, анха, говорится, в один ночь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, пришел домой. Я, говорит, была в постели, спать легла, а пророк, саллиллаху алейхи вассалям, зашел. Потихоньку снял с себя обувь и потихоньку снял с себя свои рида и размягчил свой изар, постелил ее и лег спать. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, подумал, что я заснула, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, натянул на себя свой изар, потихоньку одел свою обувь и одел свой рида и открыл дверь потихоньку и вышел, потихоньку ее закрыл. И вышел пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Аиша, радиаллаху та'аля, анха, заревновал, что подумал, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пошел к другой жене, вышла за ним, оделась и свой платок, и свою рида, и так далее, и вышла за пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Аиша, радиаллаху та'аля, анха, говорит, я нашла пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в кладбище Бакия, и он там долго стоял, и он поднимал свои руки 3 раза, и просил за усопших, которые были похоронены в этой кладбище. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, закончил это и хотел вернуться, начал вернуться домой. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, начал быстро ходить, а я тоже быстро ходила. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, начал бежать, я тоже бежала. И таким образом я зашла в дом. И за мной и легла опять спать. За мной пророк, саллиллаху алейхи вассалям, зашел и сказал, и пророк саллиллаху алейхи вассалям увидел, что я лежу, и у меня дыхание быстро, и сердце быстро бьется. Пророк саллиллаху алейхи вассалям сказал, что же с тобой, о Аиша? Заболела, что ли, ты, что так сильно бьется твое сердце? И я сказала, ничего не случилось. И пророк саллиллаху алейхи вассалям сказал, или ты мне расскажешь, или мне расскажет Аллах, который знает все. Тогда она рассказала, что было. Тогда пророк саллиллаху алейхи вассалям удивился и сказал, разве ты была та чернота, которая передо мной бежала? Она сказала, да, я это была. И в конце этого хадиса Аиша, радиаллаху та'аля, анха, говорит, и потом пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, поистине ко мне пришел Джибриль и сказал, «Инна Аллаха ямурука ан та'тия ахля аль-бакии фатастагфира лахум». Поистине Всевышний Аллах приказывает тебе, чтобы ты пошел к усопшим, которые были похоронены в Бакии, и пошел туда и просил за них прощения. И тогда Аиша, радиаллаху та'аля, анха, спрашивает, о посланник Аллаха, что же мне сказать, если я пойду туда на зиярат? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, скажи, ассаляму аля ахли дияри миналь му'минина валь муслимин, ярхаму Аллаху аль мустакдимина минна валь мустаахирин, ва инна инша Аллаху бикум лалахикун. Эти слова пророк, саллиллаху алейхи вассалям, научил свою жену Аишу, радиаллаху та'аля, анха, когда она делает зиярат в кладбищу Бакия. То есть, вот эти слова, приветствуя на тех людей, которые находятся в этой кладбище из мусульман, и пускай Аллах помилует тех, которые умерли раньше и которые умрут позже, и инша Аллаху та'аля, мы вас догоним, то есть мы тоже умрем так же, как и вы умерли. То есть, эти слова пророк сам научил, чтобы Аиша сказала, это и является сунной. Когда человек приходит в кладбищу и делает зиярат, чтобы он сначала сделал это дуа, потом, что может он сделать и что является желательным сделать, чтобы просил у Аллаха прощения для этих людей, чтобы просил у Аллаха, чтобы Аллах поднял их дараджаты, Аллах поднял их в раю, в их степенях, это является сунной, дорогие братья и сестры. А не является сунной и не является абсолютно не из шариата, чтобы пришли туда, чтобы трогали кладбище, то, чтобы там протирались об кладбищах, или вообще хуже, чтобы просили у мертвых, или там суджуд делать там, это все является из многобожия и из нововведения. Нельзя эти вещи делать. Поэтому пусть Аллах даст нам тауфик и даст возможность посетить эти места, которые пророк, саллиллаху алейхи вассалям, посещал, и чтобы мы сохраняли ту этику, которую пророк, саллиллаху алейхи вассалям, нас учил, и чтобы мы не переходили эти границы. Ассаляму алейкум рахматуллах. Дорогие братья и сестры, мы сейчас находимся возле мечети, которая называется Куба. Эта мечеть
Это первая мечеть, которую построил пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда он переехал в Медину. Про эту мечеть Всевышний Аллах ниспослал несколько аятов в Коране. И причиной ниспослания этого оказалась такая история, дорогие братья и сестры. В этом месте, возле мечети Куба, некоторые лицемеры начали строить мечеть. Построили себе мечеть для того, чтобы разделить джамаат мусульман, для того, чтобы навредить мусульманам, для того, чтобы там собраться тем людям, которые воюют против Аллаха и воюют против мусульман. И эти лицемеры хотели, чтобы пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сделал намаз в этой мечети, чтобы утвердить эту мечеть. И в один из походов, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, вышел на газават, и когда он возвращался, они ждали, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, всегда откладывал и говорил: «Потом сделаю, потом сделаю». И когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, возвращался с похода, Аллах ниспослает аяты и говорит: «Ля такум фихи абада». Никогда не становись в этом мечети, то есть намаз не делай в этой мечети. «Ля масджидун уссиса аля таква мин аввали яумин ахакку ан такума фих». Поистине мечеть, которая была основана с первого дня на богобоязненности, она более достойна, чтобы ты стал там и сделал намаз. «Фихи риджалун юхиббуна ан ятатахару». Там есть мужчины, которые любят очищаться. «Валлаху юхиббуль мутатахирин». И Аллах любит очищающихся. И в этих аятах Субханаху ва Тааля разъяснил, до этих аятов есть аяты, которые Всевышний Аллах объясняет, что эти люди построили тот мечеть чисто для вреда мусульман и чтобы разделить общество мусульман и так далее. И после этих аятов пророк, саллиллаху алейхи вассалям, отправляет людей, чтобы разрушить эту мечеть и сжечь ее. И так и сделали сподвижники, приехали и разрушили, и сожгли эту мечеть. И это место стало как мусорная свалка. И после этого там уже мечеть не построили. И эта мечеть, дорогие братья, Масджиду Куба, который пророк сам построил первую очередь, как приехал в Медину, является этой мечетью. Про достоинство этой мечети, дорогие братья, и пришли хадисы. Один из хадисов, который передал Ибн Маджа с достоверным иснадом, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: «Тот человек, который очистился у себя дома, то есть сделал омовение, очистился, и вышел к мечети, то есть пришел в мечеть Куба и сделал там намаз, тому засчитывается воздаяние, как будто он совершил умра». Также в другом хадисе, который передал имам ат-Тирмизи, рахимахуллаху тааля, говорится: «Намаз в мечети Куба приравнивается умре». Также в хадисе передается, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в каждую субботу приходил в эту мечеть, иногда верхом, иногда пешком, и делал тут два ракаата намаза. Поэтому, дорогие братья и сестры, является сунной, что мы тоже, когда приехали в Медину, что мы посетили эту мечеть и сделали там намаз, что мы получили ту награду, которую обещал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Вот нара такаллуба ваджхика фис самаи фалануллиянка киблатан тардаха фаволли ваджхака шатра аль-масджиди аль-харам ва хайсума кунтум фаволлу вуджухакум шатра». Дорогие братья и сестры, Всевышний Аллах в Коране говорит, обращаясь к своему пророку, саллиллаху алейхи вассалям: «Поистине мы видим, как ты смотришь на небеса и как ты желаешь, чтобы тебя повернули на киблу Каабе. Поистине мы направим тебя к той кибле, которой ты будешь доволен. Направляйся в сторону этот Масджид аль-Харам. Где вы бы ни находились, направляйтесь в сторону Масджид аль-Харам». Этот аят, дорогие братья и сестры, когда ниспослался пророк, саллиллаху алейхи вассалям, со стороны Байт-уль-Макдиса, где он поворачивался в Палестину, он повернулся в сторону Байт-уль-Харам, в сторону Каабы. И после того, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сделал намаз, первый намаз в сторону Масджид аль-Харам, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, отправил человека в этот район, где находился мечеть Бану Бакр. И этот посол пророка, саллиллаху алейхи вассалям, пришел в это место, и он нашел этих людей, уже они зашли в намаз и делали намаз. И этот человек сказал: «О люди, поистине кибля повернули в сторону Масджид аль-Харам». Дорогие братья и сестры, и эти люди, которые находились в намазе, будучи в намазе, повернулись с этой стороны, они повернулись в эту сторону
в сторону Каабы. И поэтому, дорогие братья и сестры, эта мечеть называется Масджидуль Киблятайн, то есть Масджид, где есть две Кибли. То есть и до сих пор поэтому они сохранили вот этот вид михраб, который имам встает намаз делать в эту сторону, в сторону Масджидуль Харам. И также оставили как признак исторический, оставили вот этот михраб тоже, чтобы знали, что люди молились в эту сторону. Мы находимся в одном из финиковых садов Медине пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Дорогие братья и сестры, финики являлись во время пророка, саллиллаху алейхи вассалям, одним из основных питаний и одним из основных продуктов во время пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Потому что в финике есть очень много полезных веществ. Если мы начнем говорить о полезных веществ фиников, то можно об этом говорить и говорить. Однако, один из отличительных качеств и польз фиников Медине пророка, саллиллаху алейхи вассалям, является то, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, рассказал в хадисах. Один из этих хадисов является хадис, который передал Бухари и Муслим. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: «Тот, кто кушал утром 7 фиников из аджвы Медине, то ему не вредит сихр, колдовство». То есть аджва – это черные финики Медине пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Они отличаются. Один из сортов фиников Медине – аджва. Если человек покушает 7 фиников утром, то ему целый день сихр не навредит. То есть колдун его не сможет взять. Это про аджва, то есть личный хадис про аджва, который пришел. Еще в других хадисах пришло «Битамри ма байна ля батейха». То есть, если человек покушает 7 фиников из фиников, которые находятся между двумя горами, то есть имеется в виду из фиников Медине. То есть здесь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не говорит аджва именно, а говорит из любых фиников, которые находятся между двумя холмами, то ему не навредит ни сихр, также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, то ему не навредит яд. То есть даже если человек утром покушал 7 фиников из фиников Медине, если даже ему дадут яд, это ему не навредит, иншаллах та'аля. И это по причине дуа пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, дуа сделал: «О Аллах, благослови Медину и ее финики». Поэтому, дорогие братья и сестры, вот такая польза есть в этих финиках. Вальхамдулиллях, Рабби аль-Алямин.